реально, машины сейчас по всей Москве, как только горка, грузовые, вот так встают и не могут проехать. То есть они не ломаются, у них не хватает возможности, у них же не шипованная резина. А у нас внизу лед, а сверху снег. Бедненький, жалко. И создают этим пробки. Еще один зайчик не может тронуться, бедненький, с трубами тяжелый. Все, вот его сносит прямо, он пытается. Осторожно, смотри, смотри, смотри. У него колеса крутятся. Ой, елы-палы. А вообще дорога вот такая. Едем по Кутузу. О, плотненько. Ну, нормально. Вроде идет. Хотя посмотрели по навигатору. Новая Рига и все вокруг. Там везде стоит. Не выехать из города. Сейчас будем выезжать, пробовать. И мы решили пока на движемся. Платную. Потому что впереди хрен знает что. Съезд, конечно, специфический на платную. Такой, как будто мы в подворотню заходим. Да, зайка? Зайка, кругом стройка. Вот выехали на платную дорогу. Да, критикуют, критикуют. А на самом деле все прекрасно. Всего две машины. А слева Кутуз в 50 метрах. А там уже пробка на выезд.